Ну что ж, друзья, всех приветствую на своем канале. Хочу заранее вам сказать, чтобы вы сильно критично не относились к этому обзору, потому что мое здоровье чуть-чуть ушатано до сих пор. Вот. Дело в том, что я не так давно, дня 2-3 назад, отравился, да, и, короче говоря, я прошел через все круги ада. Там была и температура по 39, и рвота получается, и, блин, до сих пор даже немножко болят почки, поэтому состояние немножко такое, знаете, ушатанное, поэтому могу где-то говорить что-то не точно, да, то есть, и, ну, короче говоря, сами понимаете последствия после жесткой болезни, вот. Как я уже сейчас сказал, то, что, скорее всего, это было отравление, потому что даже врачи не смогли определить, что это вообще на самом деле. Вот, ну давайте, короче, приступим вот к очередной распаковке посылок с сайта AliExpress. На самом деле, хочу сказать насчет вот этой посылки, которую сейчас вот видите перед собой, да. То, что это посылка с сайта AliExpress, я это узнал у СДЭКа. Честно говоря, я не ожидал, что ко мне вообще придет посылка из, ну, СДЭКом, получается, да. Я ждал только одну посылку, которую вы видели в предыдущем обзоре. Это была кофта. Она шла с деком, действительно. Вот. Сейчас вы можете видеть на своих экранах, да, то, что данная посылка с вопросами. То есть от кого, неизвестно. То есть если мне на выдаче в СДЭКе сказали, что посылка ехала действительно с деком, да, то есть они сказали, что она ехала с Алиэкспресса, вот, то почему смс-кой они не могут написать AliExpress? Это было бы справедливо, наверное, нет? Вот, короче говоря, насчет этой посылки у меня есть два варианта. Первый вариант, в него я верю меньше всего, что эта посылка поехала как бы, ну, не ко мне, это не моя посылка. Вот. А с другой стороны, есть второй вариант, то, что мне дали трек-номер, да, отслеживаемый, и он неправильный. То есть, на самом деле, я вот что-то заказал, да, мне дали трек-номер, а на самом деле отправили не по этому трек-номеру, да, а с деком также отправили. Вот, как вариант. Поэтому я вот понятия не имею, что здесь находится, да, но, тем не менее, я вот все-таки пошел в СДЭК сегодня, да, также я на почту сходил, все посылки забрал, то есть, да, немножко я был такой, ну, шатанный. У меня, кстати, вчера вообще было давление 86 на 75, поэтому это нормально, короче, уже. Вот, давайте, короче, скроем, да, посмотрим, что там приехало. Мне вот безумно интересно. Я вот, правда, вот, честно говоря, не знаю, что там такое, потому что я пробивал этот трек-номер, да. Ну, как трек-номер? Вот этот вот номер, получается, да? Я пробивал везде, получается. Я не знаю, что это. Абсолютно неизвестно. Да, я, конечно, догадываюсь. Да, я догадывался. Просто я немножко вот так потряс, да? Слушайте, ребят. Если это... Ну да, теперь я вижу, что это такое, да? Мне просто интересно сейчас будет посмотреть, когда я ее заказывал. Дело в том, что... Я ее заказывал не так давно. Если она сейчас ко мне приехала, блин, это... Это просто... Это просто обалдеть как быстро. Серьезно? Итак, ребята, я посмотрел, да? Получается, это увлажнитель воздуха. Вот. Диффузор. Заказывал я его 21 числа. И приехал он ко мне... Числа 24-го. Короче говоря, я вам фотку, короче, оставлю, да. Если она приехала 24-го, то это просто капец, какой быстрый и вообще срок доставки, на самом деле. Так, вот вы видите, да, все данные. Вот он, высота получается, ширина, да, есть два вида, два цвета, точнее, это получается светлое дерево, да, черное, темное дерево, так можно переводить дословно, если. Вот,
Сейчас мы их вскроем, посмотрим всю целостность. Так, сейчас я немножко, да, так, сделаю повыше. Да, я заказал себе увлажнитель воздуха, потому что в комнате, кто встречался с такой проблемой, то что батарея топит, да, батарея очень сильно сушит воздух. И поэтому, ну, просто вообще нереально на самом деле дышать, прям вот как-то туго прям идет. Вот у нас получается мануальчик есть. Вот аромадиффузор, инструкция. Вот, короче, все у нас тут показано, что как делать. Вот. Кстати, можно было купить даже пак. Получается, диффузор плюс все вот эти вот допы, да, и еще плюс аромки. Ну, как вейпинги, короче говоря, только их капаете непосредственно в сам диффузор. Чтобы у вас воздух не просто увлажнялся, да, а был с примесью каких-то аромок. Было более как-то приятно. Более приятный аромат, то есть какой-то ваш любимый, может быть, есть аромат, да? И могли бы приятное с полезным совместить. Это у нас получается адаптер. Да, вот. Можете там стоп нажать, да, просмотреть все параметры. Получается, что? Надо будет в любом случае его проверить, да? Подключить все. Вот смотрим, получается, вот разбираем, да, по частям смотрим. Так, это у нас съемная, нет? Нет, это не съемная, просто болтается внутренняя часть. Кстати, сделано очень красиво, смотрите, прям за такой закос по дереву очень очень качественный. Все у нас гладненькое туда. Все обалденное. Вот здесь получается у нас указаны, так я думаю, часы, скорее всего. Вот 1 час, 3 часа и 6 часов. Это как знаете, озонатор, ионизатор, да, воздуха. Что-то типа этого, такая же вот настройка, да. Кнопки достаточно мощные. Вот. Так, тут у нас задняя часть. Здесь у нас как раз вот есть вход для подключения. Вот так вот подключаем, да? И как раз провод у нас, можно так сказать, скрывается. Здесь вот есть выпуклость, здесь есть выпуклость. То есть провод как раз таки не должен мешать, когда будет диффузор стоять вот на своем месте. Вот видите, да? Как раз у нас ничего не мешает. Вот, ну, в плане провода я имею в виду. Вот, так что сейчас я, короче, залью сюда водички, вот, и мы испробуем наш диффузор, но без аромов пока что. Аромки, кстати, у меня есть, но они просроченные, можно докупить, потом будет. Так, ну что ж, вот я его сейчас подключил, да, был звуковой сигнал, вот. Ну, кстати, для вас я еще раз могу это продемонстрировать. Так, вот сейчас вы слышали, да, звуковой сигнал. Вот. У меня опять фокус тупит, как обычно. Так, сейчас мы зальем водички, да, и испробуем диффузор. Так. Вот мы его включили. И вот он у нас, короче, попер наш диффузорчик в работу. Вот так хреначит, короче, пар такой приятненький, холодненький. Короче, как от вейпинга, если честно. Вот. Слушайте, ну все круто, красиво на самом деле. Он так цветами переливается. Вот.
на самом деле, правда, очень круто, короче, все это выглядело. Ну что, друзья, еще добавить? Сами все видите, да? Вот я его немножко, короче, погонял, проверил. До сих пор работает, все отлично, как бы мне все нравится. Вот, что касается доставки, да? Сами все видели, что было написано в смс-ке, да? То есть какая там дата стояла. Поэтому заказывал я его 21 числа, да? Там стоит дата 24-го. То есть это, ну, сами все знаете, сами все видите, да, за сколько она приехала. Это просто кажется нереально на самом деле. Вот. Но забрал ее сегодня 30 числа. Вот, поэтому это просто офигенно. Даже тот минус, который... насчет трек-номера, да, неправильного. Этот минус даже вырастает в огромный плюс в плане быстроты доставки, да, скорости. Вот, в плане работы, да, все работает у нас, все отлично, то есть я режим подыкал, то есть все нормально, как бы до сих пор работает, вот, пожалуйста. Воздух становится как-то так и повлажнее, как-то поприятнее. Вот, влажнятинка пошла. А, вот, короче говоря, ну, тут как бы, если нужна, не нужна, короче, вот, измерительная такая баночка. Вот. Фокус меня, как обычно, подводит на моем телефоне. Прошу прощения. Вот, в общем, здесь параметры от 20 мл до 120 мл. Вот, так что все тут рассчитано. Заливаем, да, добавляем аромки, включаем в сеть, нажимаем кнопочки, да, то есть тут вот как раз таки Light, Mist, две кнопки, да. Вот. И, пожалуйста, он у вас работает. Light, я думаю, не нужно объяснять, да, что это такое. Это как раз-таки переключение цветов. Вот. Mist это как раз-таки выбор часов, да. Вот. 1 час, 3 часа, 6 часов. Просто включить и выключить. Все. То есть, все предельно просто. Я думаю, каждый из вас разберется просто моментально. Вот, так что продавцу огромнейшее спасибо за такую быструю доставку. Да, есть один такой минус, да, который, в принципе, уже незначительный, то, что трек-номер был как бы неправильный, да. Это немножко, так скажем, не радует, да, но, с другой стороны, все отлично. Вот, ссылку я как раз-таки оставлю, разумеется, в описании, все как обычно, да. Вот, так что буду наслаждаться, короче, увлажненным воздухом, да, среди кучи батарей в комнате. Вот, буду его прогонять, вот, буду дальше лечиться, все. Так что, если у вас будут вопросы, да, как обычно, хотите, задавайте, пишите в комментарии, да. Ставьте лайки и спасибо за просмотр. Всем пока.